У меня новый спелл появился, это последний, я так понимаю. Проклятие. Проклинает все вокруг, все получают двойной урон. Все! Значит, я тоже. Ну его нахер. Вызывает шаровую молнию, поражающую врагов поблизости. Я вот это тоже думал проверить. Наверное, будет не особо сильно, учитывая, что я вкачивался в другую тему. Скорострельный лазер ко мне не понравилось, а вот рельсы можно посмотреть. Она прям выглядит как рельсы из Кваки. Звук, конечно, совсем другой. Но визуально прям один в один. Так, и перк могу взять. Каждый взрывной снаряд дает дополнительное топливо. Каждый взрывной снаряд дает дополнительное топливо. Может быть, взять? Я как раз шафтом пользуюсь. Мили не буду брать. Ты бегаешь с сумасшедшей скоростью. Куда еще быстрее? Это для спидранеров, типа? Порядится всего 10 выстрелов, но она, видимо, очень дамажная. Где эту игру купить, я ее в Steam не нашел. Она только в Гоге продается на данный момент. Потом вроде как она и в Steam появится, но когда, чёт хз. Ай. Кошмар, какой левел. Он просто огроменный. Я могу упасть туда, нет? Давайте не будем считать это как смерть на моем прохождении, окей? Мне просто было интересно проверить. За все время, сколько я играл, не было ни одной подобной ямы. Да господи, я даже не пытался. Пацаны, кажется, я потеряю все свои 25 континий здесь. Уже 25. Это очень тупая идея. Я отключаю shift, чтобы случайно не залетать туда, потому что иначе жопа. Даже в Думе, когда ты падал в лаву, ты мог из нее выбраться. Чё-то страшно играть стало. Как они предлагают взять эту штуку? Типа с разгона? БФГ не выглядит как БФГ, если честно. Выглядит как еще одна рельса. Блин, хотелось бы это взять. Фу, какой неприятный левел. Быстрее бы он закончился. Вообще, походу, акт в целом будет неприятный. Буду ли я стримить лепку шедевров из глины? Если я вдруг этим займусь прям основательно, если мне понравится прям супер сильно, то, может быть, я что-нибудь придумаю из этого. Я так-то думал видосы потом как-нибудь делать. Но, знаете, я много чего думаю. И мало чего делаю.
Чё за звук? Какой-то новый чел очень опасный появился, судя по звуку. Да, реально какой-то опасный чувак. Смотрите, сколько ништяков, а? Я уверен, что это можно взять с разгона, но я не хочу. Там еще и континия лежит, а? Как и манит. Секретка. Даже две. Даже три, ой. Это финал или это начало? Окей, окей. Хорош старт. По-моему, ракет джампа здесь никакого нет. Тут можно нанести самому себе урон ракетой. Но не, он просто на месте остается. Нормально, я две ракеты лицом словил. Жесть, это очень похоже на Doom с этой вот ламой. Ламой. Лама. Взрыв может перебросить предметы? Надо было проверить, наверное. По-моему, обычный дробовик поэффективнее будет за счет скорости атаки. Какая же хорошая пушка. Ну окей, чуваки, если я еще подобные островки замечу, то я попробую забрать лут. Я что-то прям был уверен, что они с разбега должны браться, и никак иначе. А, я путаюсь в этом количестве оружия. Не интуитивно понятно, знаете ли. Хотя это уже финал игры. Рельса больше ощущается как какой-то однозарядовый, очень жесткий дробовик. С ее звуком. Кажется, я нашел секретик. Я имел в виду не этот секретик, ну ладно. Я подразумевал баг с текстуркой. Может, арбалет говнище. По крайней мере, не прокачанный так точно. Он очень медленный, слабый. Секретка. А тебя раздражает, когда тебя хвалят за то, что ты делаешь хорошо. Постоянно и уже привык к этому. Здорово, какой-то щелик. Типа, сообщение а-ля... Ой, тяжесть, спасибо большое за видосы там и за стримы. Класс. Вообще не раздражает. Просто не так искренне воспринимается порой. То есть я понимаю то, что многие люди потом пойдут к другому стримеру и напишут то же самое. И типа не стоит воспринимать такие слова прям близко к сердцу.
Некоторые реально вкладывают какую-то часть эмоций свою в написание подобных слов, но они как-то иначе это делают. То есть чувствуется, когда человек просто так написал это для галочки. И чувствуется, когда человек именно это искренне делает. Ну, по крайней мере, как мне кажется, потому что, возможно, я не прав. Как же здесь неприятно находиться, просто кошмар. Хочу сдохнуть. Вот, ну, чё-то типа того. Не знаю, понял ты вообще меня или нет. Надеюсь, что хотя бы примерно было понятно. О, у меня БФГ 4 заряда. На босса оставим. Давно у него 3 фазы. Мне казалось, у него всегда 2 фазы было. Ты же смотри твои видео раз в полгода, но мне они понравились, правда? Ты же, я смотрел твое прохождение по Террарии, мне оно очень понравилось. Продолжай делать классный контент. Что если финальным боссом будет яма большая? Не знаю. Я не знаю, что будет. Очень странный вопрос. Я понял намек. Ну это не совсем БФГ. Но аналог вполне себе. Финалочка. Ох ты. Блин, Магнум до сих пор просто всех на части разрывает. Это прикольная фишка. Причем только он так делает. Может быть, еще ракетница? Не обращал внимания. Че, я кого-то убил? Но ключ не двигается, но мне было интересно проверить, можно ли все заруинить. Что происходит? Как будто поставил модов на Oblivion или Skyrim, или в Garry's Mod зашел, и у тебя что-то не прогрузилось. Я не ставил модов, честно-честно. Что я подобрал? Почему я столько всего зарегенил? Еще и с таким звуком слышным. Очень странные дела происходят. Ну, финал, финал, финал. Какой еще может быть финал в подобной игре? Он в нее пойдет? Да, кстати, наверное, такой будет исход. Но предыдущий босс был полным пассасом. Танк, который не стреляет. Это как смотреть Тиджоя, но не уважать Террарию. God, please, no. А что я активировал? Там еще одна штука, видите? По-моему, кто-то топал. Жесть, стрёмно ходить здесь. А, мостик появился. Спиран! Что-то мне подсказывает, что надо достать БФГ. Ну, можно было не доставать, на самом деле.
Блин, знаете, не жалею то, что поиграл в эту игру, как минимум из-за визуала. Реально, здесь столько труда. Просто обосраться можешь. Столько текстурок сделали. Это с ума сойти. Так, синий ключ нужен. Забыл террарию после 18 часов. Ты пропустил самое-самое интересное, реально. В хард-моде там такое начинается. Это как, знаешь... Сейчас пример придумаю. Это как играть в трон, но не дойти до первого лупа даже. Вот. Неанами, ты потерял очень многое. А... Веритик не играл, буквально несколько минут на телефоне какой-то порт был. Вот, но вроде как что-то прикольное. Дум с магией. Еще один, только настоящий, оригинальный. Бляха. Куда бежать, что делать? Все? Блин, пушка сильная. Почти все сдохли. У меня синий ключ появился, его нужно было юзать где-то там. Как-то тухленько по донатам. Да, нормально, у меня вчера до хера донатили и... Страйчи Тейла, сколько, 17 сабов загифтил или меньше? Я не помню, сколько, но очень много. С которых я ничего не получу, наверное. Но в любом случае, типа, вниманием не обделен. Спасибо, какой-то челик. Спасибо огромное. Бригада, это типа аналог города, да? Это должен быть мой любимый левел. Блин, обожаю начало уровней в этой игре. Нет, это вообще-то... Пирамида? Но пирамида же уже была, не? Или тут все подряд будет? Долбит нормально. Блин, один из немногих шутанов, где я реально юзаю гранаты. Обычно я их игнорю везде. Они очень долго кастуются и очень мало урона вносят. Ну, в большинстве игр. А здесь как-то... Даже не так уж и плохо. Еретик, кстати, очень годный. Сколько он примерно часов проходится? Как Doom какой-нибудь, или как Quake, или как что? Мне просто нравятся такие алдовые шутаны. Вот я все, ну не все, окей, я скоро начну проходить Кваку первую. Спасибо, как это, челик. Thank you.
очень балдежный звук, когда ты их замораживаешь. И стреляешь с миниганом. Ха-ха! Заморозка реально... Наверное, единственная полезная магия, не считая подсветки, которую просто вынуждает игра использовать из-за темного освещения. Фига я просел, кстати. А, нет, не сильно. Это у меня маны просто нет. Теперь есть. Так, желтый ключ. За 23 человека, лола, а на батлрайте было все 210. Но батлрайт я неплохо продвинул на канале. Да и плюс новиночка. Батл рояль. Новый. Ну там онлайн уже в любом случае падает. Там очень опасные мобы. Берем БФГ, наверное. Чувак. Что с тобой не так? Ты должен был умереть. Вот эти вот. Нормально. Но вообще монстры здесь 50 на 50, это и из города, и просто адские. Но при этом лока мне нравится все равно не так сильно. Нет, я говорю, переходить на большей сложности не буду. Знал бы, сразу стартанул бы на харде. Ты заново проходить тяжелый левел, ну прям супер резнет слипер будет. Это все-таки игра не на 2 часа. Довольно долгий левел был. Тур-тун-тур-тун. Я думал, мы куда-то поднимаемся или падаем, типа там лифт. Что-то с музыкой? В аду довольно странная музыка. Нет, в аду хорошая музыка. Извините. Но до этого бывало и круче, на самом деле. Блин, как можно было это не протестить? Они, походу, просто не сделали текстурку для замороженного варианта вот этого столбика. Горящего. Фонарика. Я вспомнил, как это называется.
Почему не касается магия? Я типа слишком близко стою. Эти челы вообще не дамажат. Тут, в принципе, моб без касания не дамажит. Вот реально, что наносит урон, это какие-нибудь лазеры, пулеметы и ракеты. Ух ты, кто это такой? Это мы уже никогда не узнаем. И дырки. И дырки. Биба что-то включить предлагает. Ну не, я подрывать ничего не буду. Финал. Город во двор... Ой, я тебя 100 лет не видел. Кстати, давно хотел спросить, ты проходил Бернарда Фури? Если нет, то еще один бой. Бернард — это манекен, у которого... Столько фаз, сколько всего босса в игре, да? Нет, я его не проходил. Честно говоря, даже не знаю почему. Я и Фури Плюс не стал проходить. Хотя вроде как мог бы. А сейчас уже не особо охота возвращаться к старым играм. Бывает иногда желание просыпается, но... Лучше, наверное, пройти что-то новое все-таки. Я и так довольно сильно бывает на играх зацикливаюсь и стримлю их нон-стопом. Не то чтобы это плохо. А вот сейчас у меня появилось желание стримить все-таки новые игры. Да пацаны, не буду я никакие осты ставить. Мне интересно послушать музыку из этой игры. Так-то думаете, для меня проблема найти хорошую музыку? Спасибо, какой-то челик. Их можно вообще не замораживать. О. Как я понял, вот эта дверь могла подняться вверх, наверное, да? Но я решил ее просто сломать. Тут Африка. Да хватит из-под меня прям вылазить. Когда стоишь так, кажется, что там ничего нет. Когда стоишь так, кажется, что там ничего нет. Иллюзия. Иллюзия обман. Хороший фильм.
Блин, кстати, вот этот моб раньше мне очень много проблем доставлял. Это, наверное, один из первых сильных монстров был. Так, а че я нашел? Синюю карту, что ли? Ведьма. Я заморозил, сжег. О, смотрите, нестатичная вода. Красиво. Тут не особо опасно. Вот если бы вся игра была такой, ну или большая часть игры была такой, где не нужно использовать магию света, было бы вот на порядок лучше. Окей, темные левелы должны быть. Я не против. Но не большая часть игры все-таки. А вот тут-то понятно, что светло. Ад все-таки, но лучше бы везде тогда был ад. Блин, сейчас я забыл. За пропаганду сатанизма. Как ты так быстро сюда дошел? А ты? А вы? Как? Ай. Уже интересно посмотреть на финального босса. Потому что, ну реально, чего-то крутого сейчас нет. Просто левелы, чтобы были, и все. Ямы, конечно, которые ваншоты позабавили, но в основном ничего нового. Не, ну есть новый монстр, окей, но они уже надоели. О, мой бог. Опасный чел. Блин, на таком и свидонить можно, если я сдохну, покрыть заново это все, это просто жопа.
Патроны кончились. Жопа. Жопа, жопа, жопа. Что делать? Огнемет есть. А вот сразу так сделать? А что там такое выглядывает? Там много чего-то такого выглядывает. Наверняка сзади осталось много хп и маны, но как-то возвращаться не очень хочется. Кто-то не понял шутку, по-моему, наоборот. Биба вроде наоборот тебе неплохо ответил. Пиздоха. Здорово, реквизит. Спасибо большое за полгода подписки. Ладно, я не буду говорить, что, возможно, твоя последняя подписка на мой канал. Я слишком много раз уже это сказал. Спасибо, спасибо огромное. Рад видеть. И чё, эта дверь открылась огромная? Точнее, врата даже. Наверное, всё-таки вернусь назад, соберу хп и ману. Ещё были смерти, но в лаве два раза сдох. Так, хп есть, а маны, наверное, не будет, потому что я начал активно использовать. Думаю, не умереть от лавы нельзя было. Это же не монстры, господи. А я боялся. Такой арсенал дают, как будто сейчас босс будет. А, ну походу так и будет, да? Или нет? Качать нечего, я вроде левелапнулся разочек, не? Даже два раза. Че, реально финал, что ли? Или нет? Я же бригада прошел. Почему эта штука подсвечена серым? Не понял. Окей, все нормально. Почему-то на сером подсвечено, хотя локация доступна. Как я в лаве умер, да? Это же не весь босс-файт, я надеюсь? О, какой красавчик. Так, shift не отжимаем. Турбо-сатана! Лава, наверное, вот это убивает. Очевидно, что заморозки не действуют. Но это прям как демон. Yeah.
все? Финальный босс, блин. Почему-то некоторые боссы очень сильные, а некоторые турбо-сатана. У тебя получилось, сам Алый Король, воплощение зла, пал к твоим ногам. Он мертв, его окровавленный труп валяется на полу, как куча мусора. Никогда в жизни тебе не приходилось чувствовать в себе столько жизни и силы. Стены ада рушатся, открывая взору армию из сотен тысяч демонов. Они остались без своего владыки и теперь склоняются перед тобой. Единственным человеком, способным убить Алого Короля. Мне кажется, этот босс был даже проще, чем танк, который не стрелял и стоял на месте. Ну, не на месте, окей, но... Он был слаб и недостоин трона. Ты сильнее его, и твоя сила прирастает. Ты с усмешкой восходишь на трон, наконец-то осознавая, что зло невозможно окончательно уничтожить. Но теперь... Тебе предстоит испытать свою силу и утолить свою жажду крови в других измерениях. О боже, как долго. Весь мир замер в ожидании твоего гнева. Финал, конечно, прикольный. Типа то, что я сам стал злодеем. Ну, не знаю, финальный босс что-то разочаровал. Такой красивый, крутой, а в итоге что это такое? Наверное, его можно было с пары выстрелов убить из этого, из БФГ. Ну смотрите, на сверхсложном, после смерти ты, походу, с самого начала начинаешь, да? Так что хорошо, что я его не брал.